Всем привет! Сегодня у нас очередной небольшой разбор, ну, попытка, конечно же, собрать и запустить. И это игра Майнтест. Я так понимаю, это что-то типа Майнкрафта. Вот. Ну, последний релиз 31 марта 2019 года. Доступна для Windows, Mac OS, Linux, FreeBSD, OpenBSD, Dragonfly BSD и Android. Ого! Короче, вот это их сайт, ссылка на него будет. И вот у нас GitHub. Первым делом мы копируем. Что-то скриншот нажал. Да, копируем. И. Git клон. И попробуем. Что такое? И попробуем это все собрать. Так, скорость неплохая. О. Так, давайте посмотрим вот здесь. Что тут? Я вижу CMake. Ну, походу CMake'ом и ограничимся. Хорошо. Я сейчас гляну, что я вижу аж в... Ага, CPP. Я так... Да, написано на C++. И что у нас тут дальше? Ну, дальше описание, дальше кнопки, пути какие-то. Компайлинг. Что нам надо? GCC. Это что такое? IRR. Что-то инфракрасный порт. Наверное, какие-то устройства. Lua, JSON, CPP. Короче, вот здесь вот это делаем. Вот. Здесь полностью написано, что надо сделать для того, чтобы установить зависимости. И мы сейчас это сделаем. Наверное, большая часть уже установлена. Но не все. Вот так вот. Ну, очень удобно, да? Что здесь приходят... Ну, что здесь пишут такие команды. Так, дальше. Download source. Ну, я вроде сдаунлоадил. Сборка. Ага. Вот так вот. CMake. Run in place равно true. И make j number of processor. Ну, сейчас это сделаем. Так. Заходим. Дальше CMake. Давайте сделаем папочку build. А, он уже есть. Окей. Ладно, короче, здесь это и сделаем. Что он нам говорит? Говорит выполнить такую команду. Run in place. Что это такое? Флаг какой-то. Понятное дело. Так, копируем вот так вот и понеслась. Вроде ошибок нету, вроде все пакеты были найдены. Not found, но я так понимаю, это не критично. Ну что ж, давайте соберем. Make J10. Или вот так вот. Вот так вот. И понеслась сборка, типа в 10 потоков. Так, ага, вот флаги, ну, опции для CMake, да, то есть вы можете почитать и вот таким вот образом передавать эти флаги и, короче, собрать под свои нужды. Итак, что же тут есть? Enable curl. Курл поддержку, да, он, а по умолчанию, написали бы, что по умолчанию. Ладно, так, сборка, релиз или дебаг. Run in place, а тут run in place вроде нету. Нету, непонятно, что это такое. Так, ладно. Много опций, сборка под Windows показана как... Дальше. Ага, батник есть. Дальше все. Итак, что у нас тут? Ну, довольно шустро собирается. Смотрите. В 10 ядер, в 10 потоков, то неплохо.
В принципе, здесь вроде все подробно так расписано, знаете, не на абы как, а более-менее что-то тут расписали. Так, а как запускать? Подождите-ка. Где тут run? Есть патчи, да? Bin, share, user. Во, во, linking, есть исполняемый файл. Bin, main, test. Не понял. А что оно? Вот тут же оно. Вот, main, test. Ну, давайте запустим. Что нам? Опа, запустилось. Круто. Смотрите, и тут анимация есть. Так, ладно, а где тут start game? Select, а нету world. Ёлы-палы. А join game? Опачки. Опачки, можно подсоединиться. Блин, имя, пароль. Подождите-ка, почему? Почему этот? Нету мира нового. А, можно, наверное, создать. 1, 2, 3. Warning. Да, иди ты, блин. Ерор какой-то. Почему? Еще раз. Что это такое? А что ему еще надо? Давайте вот это сделаем. Майн, надо что-то, надо походу загрузить. Надо походу загрузить. Где тут download? Что в даунлодах? В даунлодах у нас исходники нам не надо. Нам надо... Короче, я с этим разбираться не буду. Давайте попробуем подключиться к какому-то серверу. Так, а обновления какие-то пришли. Мне не надо. Давайте join. Join game. Давайте вот сюда попробуем. Connect. А, имя. Имя. Имя CPP просто. Давайте. Опачки. Register and join, access denied, empty password, password QWERTY. Ну, а что такое, что здесь надо? А, QWERTY, блин. QWERTY. Ну, наверное, можно и самому создавать сервер или свой мир, да. Но, скорее всего, эти миры надо скачать. А где они находятся, фиг его знает. Давайте посмотрим, может, тут где-то. Что это такое? Это то же самое? Ну да. Так, вики. В докер. Может, в докере это все есть? А, это чё? А это гейм. И чё в этом гейме? В этом гейме моды. Ага. Короче, если вам интересно, вы, конечно же, почитайте. Так, agree, keyword. А чё? Справил ниже. А какое слово надо ввести? Блин, ребята, вы что, прикалываетесь? Что надо? Enter keyword from agree. А что надо ввести? Блин, я не хочу это читать. So speak English. I agree. Вот так? Нет. Так, one seconds. А, вот же написано. Нети Нарвхал. Блин. Нети Нарвхал какой-то. Вот так вот. Thank you. Опачки. Смотрите, я полностью собрал игру. Скачал и собрал. То есть исходники всего этого добра есть. Майнкрафт, я так понимаю, это как Майнкрафт или что? Я в Майнкрафт не играл. Я не знаю. Но, насколько я знаю, Майнкрафт у нас... Как открывать двери? На Java написано.
Соответственно, ну, как-то такое. А эта игра C++. Хотя, возможно, это движок C++, а всякие скрипты используют там Java. Блин, как играть, я не знаю. Что тут делать? Ну, прыжок работает, и нормально. Это ж кто-то что-то построил. Я так понимаю, насколько я видел по Майнкрафту, это все довольно-таки сложно все вот такое выстроить. Это надо, блин, потрудиться. Хотя, если это админ строил, то... Короче, скорее всего, можно скачать свои. Сделать свой, короче, мир. Вот. Сделать свой мир. New. Ну, это для... Что, для разработчиков или что? Не знаю. Или, наверное, надо скачать. Ну, короче, в любом случае, довольно-таки интересная вещь. Есть исходники. Тут уже 3D. И все такое. Соответственно, вперед. Качайте. Устанавливайте, смотрите, как это все работает, как это сделано, исходные коды доступны, и повышайте свои скиллы программирования. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока!